Ну хорошо, да, давай. Он еще не знает, что на Василиса не есть. О, Богу, это вы так порознь. Ну а что нам с ними, правда? Нам с ними скучно, нам подсказали, да, и все. Да. Для них дельфины представления не делают. Вот именно. Такой жирненький был дельфинчик. Я говорю, они жирные были. Они хорошие. Я так понимаю, что там рыбка есть, там, где они прыгали. Да, да, да. Колбасой по всей машине пахнет. Да, да. Я уже есть хочу. Я тоже. Прям сейчас отрежу кусочек колбасы. Кусочек моцареллы. Да. И с хлебушком. Мне еще Греция, вот эта брынза, их нравилась. Я не забыла, как она называется. Греческая брынза? Домашняя. Вот именно та, которую... Ну, короче, как у нас вот брынзу делают. Сейчас загуглю, когда Яндекс, скажи мне про греческую брынзу. Это как-то реклама приходит. Да, 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 есть. Всем, собственно, что я занимаюсь. Понятно. На самом деле... Сертаки? Еще раз? Сертаки? Да. Кстати, в Москве она во всех магазинах. Она вкусная. Наверное, вкусная. А те, которые там шили, они тоже выращивают. Видите, смотри, овец. И оливки. Большие оливки. О, блин, все, мы едем в Грецию с тобой. Я, кстати, оливки вообще не ела. До того, как я не попробовала их в Испании, в Грецию. Да. Вот эти наши баночные, они, которые у нас. Да, это вообще не это. Рядом не стоять. Кипре, как они делают, ну, грецкие, вот эти оперативы вместе с этими с оливки, которые там живут, на этом соседе. Да поезд пешеходов не пропускают, нормально вообще? Полазить? Ну типа да, там посмотри. Это где? Куда? Ну типа дворцы, в принципе. А. Блин, ну мы еще и как-то скучно. Ну ты ж там не полазишь. Ты. Что? Ну что ж красный, никого не смущает, нет? Что? Всем добра, всем добра. Так, да? Да, да, да. И вам добра, и вам добра, всем добра, добра, добра. Окей. Окей. Ага. Это нам в этот приезд, кстати, турки рассказали. И вы так едете первый раз, да, такие все? Да. Мы нам брали.
ну, так страшно, когда он поворачивает, явно для него тут мало места. А там, где раскопано, так вообще жопа, да вообще. Далеко уехал, да? Еще, блин. В смысле? Спасибо. А, пожалуйста. Я что-то не поняла его движения вообще. Ну, наверное, сильно торопится. Получается так. Поблагодарил. Не знаю. Тут, конечно, вообще жесть. Тут да все. Вообще. А столбы вот эти, ну посмотри, они, блин, ну... Не дай бог шторм какой-нибудь. Ну да. А, там троллейбус. Регион, кстати, опять.